Hello, my dear friends. It's a pleasure to have you as my students. Let's start. To begin with, please try to guess the theme of our lesson. I haven't seen you for ages. Я не видела вас целую вечность. Have you heard the latest news? Вы слышали последние новости? I've lost weight and now I can put on my new dress. Я похудела. И теперь могу надеть мое новое платье. I've been to Krasnoyarsk, and now I'm not afraid of bears. Я побывала в Красноярске, и теперь не боюсь медведей. Well, what is the theme of our lesson? Какова же тема нашего сегодняшнего урока? Yes, we are going to speak about present perfect. Мы собираемся говорить о времени глагола present perfect. Посмотрите на данные предложения. Что их объединяет? Сказуемо стоит во времени present perfect. Чтобы лучше понять, что это такое, давайте рассмотрим present perfect в системе времен группы present. Present simple. Данное время глагола обозначает регулярно, постоянно повторяющееся действие. Dad washes his car twice a week. Папа моет машину дважды в неделю. Present continuous обозначает незавершенное действие, процесс. I am finishing my presentation at the moment. Present perfect – это завершившееся к настоящему моменту действие, результат которого важен в данный момент. Present perfect continuous – это действие, которое началось в прошлом, но продолжается до настоящего момента. Например, I have been trying to find a new job for several months. Я пытаюсь найти новую работу в течение нескольких месяцев. Данное предложение имеет смысл, что человек все еще ищет работу. Действие продолжается до настоящего момента. Давайте посмотрим, как present perfect функционирует в тексте и в речи. Обратимся к стихотворению. I've been to the zoo. I've seen a kangaroo. I've eaten a cake. I'm feeling great. Глаголы, выделенные красным шрифтом, представляют собой форму present perfect. Я побывал в зоопарке. Я увидел кенгуру. Я съел пирожное и чувствую себя замечательно. Сложность данного времени в том, что present perfect не имеет точного аналога в русском языке. На русский язык глагол в форме present perfect мы можем переводить глаголом прошедшего времени, либо глаголом совершенного вида. Но здесь важен нюанс. Действие совершено в прошлом. I've been to the zoo. Я побывал в зоопарке. Я увидел кенгуру. А результат налицо. Я чувствую себя замечательно. Обратимся к линии времени. Действие произошло в неопределенный момент в прошлом, но результат важен в настоящем. Таким образом, говорящий, который использует present perfect, одновременно имеет в виду прошлое и настоящее. Глагольная форма present perfect состоит из двух элементов – вспомогательного глагола have либо has и причастия прошедшего времени – past participle. Вспомогательный глагол have мы используем с местоимениями I, you, we, they. С этими местоимениями используем глагол have. I have eaten an apple. Я съела яблоко. You have eaten an apple. Ты съел яблоко. We have eaten an apple. Мы съели яблоко. They have eaten an apple. Они съели яблоко. С местоимениями he, she, it и именами мы используем вспомогательный глагол has. Например, he has eaten an apple. Он съел яблоко. Что же такое past participle или PP? Причастие прошедшего времени. Существует два варианта образования причастия прошедшего времени. Первый вариант. К правильным глаголам необходимо прибавить окончание -ed. Например, to cook – готовить, cooked – приготовленный, to open – открывать, opened – открытый, to close – закрывать, closed – закрытый, to invite – приглашать, invited – приглашенный. Неправильную форму глаголов, форму неправильных глаголов необходимо запомнить. То есть past participle неправильных глаголов необходимо найти в таблице неправильных глаголов в третьей колонке. Покупать – to buy, купленный – bought, причинять боль. To hurt – болезненный – hurt, забывать – to forget, забытый – forgotten. Терять – to lose, забытый, потерянный – lost.
Рассмотрим структуру утвердительного предложения в Present Perfect. Структура утвердительного предложения в Present Perfect соответствует обычной структуре английского предложения. Прямой порядок слов. Подлежащее, сказуемое. На первом месте субъект, вспомогательный глагол have либо has и причастие прошедшего времени. Например, I have just finished cooking. Я только что закончила готовить. Важно, что действие совершилось в прошлом, но результат налицо. She has found a new job. Она нашла новую работу. На первом месте субъект, кто? Она. Далее идет вспомогательный глагол has в третьем лице единственного числа. И глагол to find, находить, неправильный, образовали причастие прошедшего времени found. Отрицательная форма образуется так же, как и утвердительное предложение, подлежащее сказуемое. Необходимо к вспомогательному глаголу have либо has добавить отрицательную частицу not. Henry and Sophia have not come yet. Генри и София еще не пришли. К вспомогательному глаголу have добавлена частица not. She hasn't replied to my message. Она еще не ответила на мое сообщение. Hasn't replied. К вспомогательному глаголу в третьем лице единственного числа has прибавлена частица not. Вопросительное предложение в Present Perfect имеет обратный порядок слов. То есть на первое место необходимо поставить вспомогательный глагол have либо has в зависимости от подлежащего. Таким образом, структура выглядит: вспомогательный глагол have, has, субъект и причастие прошедшего времени. Have you ever been to Ставрополь? Вы когда-либо были в Ставрополе? Has she applied for a visa? Она подала заявку на визу. Present Perfect – довольно трудное время, поэтому отличить его в тексте и услышать в речи помогают слова-маркеры. Already – уже, just – только что, yet – еще, ever – когда-либо, never, никогда, lately, recently, в последнее время, for, на протяжении какого-то времени и since, с какого-то момента. Рассмотрим частные случаи употребления present perfect. Действие недавно завершилось, и его результат важен в настоящем. Например, my son has started his room. Мой сын убрал свою комнату. То есть комната уже убрана, результат налицо. She has already found the keys. Let's go. Она уже нашла ключи. Пойдемте. Ключи найдены, мы можем идти. Действие завершилось в прошлом, а результат важен в настоящем. Интересен случай, когда действие произошло, но нам важен сам факт его свершения, а не когда именно оно произошло. She has started writing a new book. Она начала писать новую книгу. То есть в данный момент она все еще продолжает над ней работать. Present Perfect передает действие, которое описывает личный опыт или перемены. Например, I have never taken this train to work. Я никогда не езжу на работу на этом поезде. Have you ever lived abroad? Ты когда-нибудь жил за границей? Следующий случай употребления мы используем глаголы состояния to be, to have, to like, to know, to hear, to see, to believe. И слова-маркеры for и since. Глаголы состояния не используются с Present Perfect Continuous, поэтому необходимо использовать Present Perfect. I have not heard from them since Friday. Я от них ничего не слышал с пятницы. They have had this car for 20 years. У них эта машина уже 20 лет. Practice makes perfect. Практика дает совершенство. Давайте вместе попробуем разобрать следующие ситуации. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you are finished. And starts to take your plate away. You say, wait a minute. Вы кушаете в ресторане. Официант думает, что вы уже завершили, и начинает забирать вашу тарелку назад. Вы говорите, подождите минуту. Как можно завершить эту фразу? Дано. Not finished yet. Как я уже объяснила, на первом месте необходимо поставить субъект. Кто? Я. Далее ставим вспомогательный глагол have или has и причастие прошедшего времени. С местоимением I сочетается вспомогательный глагол have. I have not finished yet. I have not finished yet. Следующая ситуация. Don't forget to pay your electricity bill. Не забудьте заплатить за ваш счет по электричеству. Что мы можем сказать? Pay already. Я уже заплатил за него.
I have already paid it. Подлежащее I, вспомогательный глагол have и глагол в третьей форме или причастие past participle paid. Now we come to the conclusion. Для того, чтобы разобраться во времени present perfect, необходимо держать в голове три главные мысли. Первое. Present perfect отражает совершившееся в прошлом действие, результат которого важен в данный момент, в настоящем. Present perfect проводит связь между прошлым и настоящим. Форма глагола. Глагол в present perfect состоит из двух элементов – вспомогательного глагола have, has и причастия прошедшего времени. Наречия. Наиболее частотные наречия – already, just, yet. Спасибо за внимание. Have a nice day. See you later.